Всем привет, с вами Алена, вы на моем канале Козявард. Сегодня будем рисовать крокодила. Для начала нужно отмерить 16 сантиметров в длину. Я буду от 3 сантиметров отмечать от края, чтобы он менее более посередине получился. Меряем здесь 16 сантиметров. И здесь 16 сантиметров. Можно провести линии, чтобы вам было удобнее. Ориентироваться. Вот теперь здесь надо нам отмерить 3 сантиметра. То есть, ну, где-то я повыше возьму. Ну, здесь вот 3 сантиметра, здесь 8 надо отмерить. Но здесь 3 сантиметра тоже отмерить. Там увидите, зачем. Вот, теперь вот эти две линии, 3 сантиметра и 8, их нужно соединить. Таким образом, вот это будет морда. Глаз, он всегда посередине. 8 сантиметров. Вот здесь будет начинаться глаз. Он чуть ниже вот этой линии, где-то будет, ну, где-то здесь. Тут будет глаз. Здесь, в самом начале, у него будет морда. То есть именно вот этот вот его нос. Ну, можно даже круг изобразить вот таким образом. Вот это будет его нос. Так как у него здесь рельефная структура, вот примерно. Вот здесь глаз, здесь у него уже такое как ребро. Здесь тоже ребро. Это примерно будет, ну, вот примерно вот таким образом. Все, и вверх вот здесь у него пошли такие как бы наросты, что ли, как их назвать. Вот почему я отмерила 16 сантиметров. Вот здесь у него будет, как это сказать, шея. То есть она прям явная будет, ее видно будет хорошо. Здесь у него сама морда. Вот у него глаз. Получается. Где-то 4 сантиметра отмеряем вверх. Где-то примерно вот здесь у него будет. Ну, от глаза, я не знаю, сколько тут, 3 сантиметра. И вот так вниз пошла у него мордень сама. Ну, вот эти челюсти его. И здесь у него немножко как бы отступает. Вот эта вот часть вперед выпячивает, это назад, это вперед, это дальше туда назад. Вот таким образом получается. Вот здесь внизу
сама челюсть. Это примерно здесь. Здесь будет тень падать. Обязательно зрачок. Здесь у него складочки такие небольшие, как бы. Вот. А здесь не так ярко выражена вот эта вот часть. Потом чуть-чуть вверх. Нос. Нос будет вот круг где-то. Он вот здесь будет. Так. Ну и осталось нарисовать зубы. Зубы можете рисовать вообще любые. Главное показать, что у него здесь идет объем. Ну и все, крокодил готов. А чего вы ожидали? Это все. Теперь осталось только нарисовать ему вот тут, ну так, мимифическую лапу такую. Как бы. Просто обозначить, что она у него есть. Здесь уходит у него. Таким образом. Тут у него тень. Будет. Это все изобразим. Но сейчас главное дорисовать ему зубы. Здесь будет такой зуб, как бы большой. И здесь будет большой зуб у него. У него очень много зубов, поэтому надо нарисовать много зубов. Так, и осталось его заштриховать. Вот такой мини-скетч. И все, в следующем видео покажу, как я его заштрихую. Спасибо, что смотрели этот ролик. Обязательно смотрите следующий. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите, что думаете об этом. Всем спасибо, всем пока.